Каждый рабочий день Натальи Щербаковой – праздник красоты, вкуса и стиля. Сегодня она может поделиться со своими клиентками самыми уникальными и эксклюзивными секретами красивого макияжа на все случаи жизни. Правильно красить ресницы и наносить тени Наталья училась с детства. Поначалу практиковалась на подругах, создавая им яркие образы. Со временем начали появляться первые клиенты. Стали появляться невесты, я работала на выездах, да, то есть своим чемоданчиком большим, плюс еще какие-то коробки на машине с адреса на адрес. Я ездила, собирала невест, подружек невест и так далее. Созданием повседневных и праздничных причесок Наталья начала заниматься не так давно. Весь прошлый год она потратила на обучение и посещение курсов от известных парикмахеров и стилистов. Это направление Наталья освоила без особого труда, после чего решила открыть студию красоты. Уверенная женщина, она красива в априори. То есть, когда женщина получает тот макияж и несет тот макияж, как будто бы вот она родилась с ним, и ей внутри комфортно, ей круто, она понимает, что на нее смотрят. Наталья рассказывает, что этой весной в моде эффект сияющей кожи. Стилист советует девушкам и женщинам в этом сезоне смелее пользоваться румянами. Весной мы обязательно наносим румянец, да, мы должны быть свежи. Немножко тонального крема, то есть выравниваем цвет лица, хайлайтер, да, на выступающие части скулы, там даже можно добавлять немножко на подбородок, то есть эффект такой влажный, сияющей кожи. Весь день накануне 8 марта Наталья вместе с коллегами проводит в студии красоты. Стилисты трудятся над созданием праздничных причесок и макияжа для саровчанок. Уважаемые наши женщины, девочки, поздравляю вас с 8 марта. Обязательно ухаживайте за собой, уделяйте себе внимание. Улыбайтесь, будьте счастливыми.